Блин, как они стучат, вот эта хрень. Пол ночи слышно в поселке. Тун, тун. Слушай, точно, ну. Тун, а они кого там, тун. Сваи забивают? Сваи забивают. Усиливают. Дорог мне больше не нужен. Так. Брать вторую катушку, не брать. Что-то мне веревка эта не нравится. На всякий случай возьму. Не бегать туда-сюда. Я говорю, перекопали тут все. Сейчас мы тут походу нарыбачим. Не знаю, сейчас посмотрим. Что-то тут вообще непонятное. Ай-яй-яй. Пойдем посмотрим. Друзья, всем привет. У меня раннее-раннее утро. Часов 5, наверное. Мы на трех шлюзах. Короче, все тут поменялось так. В связи вот с теми постройками. Строят добавочный канал. Вот, и все поменялось. Короче, приехали на окуня с Серегом. Серегой. Серега сзади. Будем пробовать с ним что-нибудь поймать. Не знаю, что тут получится. Водички нету, но уровень присутствует. Я думаю, без окуня мы не останемся. Сейчас хочу покидать вот такой вот воблерок. Один уже оторвали. Сейчас пока по темноте были. Пару окуней дергали. Дернули. И один обрыв вместе с воблером. Это веревочка что-то подставила. Вот, так что такие дела. Короче, начинаем с воблера. Там будем смотреть дальше. Резина, не резина. Всякая гадость на что ловится. Так. Раньше вон там вот, вот где труба течет, был сбросик. Там ямка была. Сейчас там, естественно, ямки уже походу нету. И вот туда можно было кидать. Короче, от угла начинай. Я помню, мы мелкие были, не слазили в шлюзы туда вниз. Короче. Мы здесь на жопах катались. Да, да, да. На жопах да, катались, да, да. А здесь дурачки прыгали. Здесь мелко. Да, да, прыгали. А я боялся, короче, здесь прыгать. Я все хотел прыгнуть, короче. Думаю, такой, ну, разобьюсь. А, знаешь, что... Прыгали, там арматура внизу, все. Нам говорили, что да, тут, короче, типа арматура и типа опасно. Ну, опасно, я думаю, в любом случае. Даже если арматуры нет, тут мелко было, то она и сейчас мелко. Но я думаю, надо, наверное, на резину. Воблер хорошо, но резина лучше здесь. А может, блесна какая-то. Попробуй блесну. Вот он, смотри. Видал? Ага, прям вылетает сбоку. Попробуем еще раз. Не будем пока резину ставить. Такая небыстрая проводочка. И догнал. Опа! Подвисает без удара. Ах ты, ля-ля-ля, ух ты! Серег, хороший прям два штуки вело за этим. Прям такие, за ладошку. Первый удар промахнулся, думал, уже есть. Смотрю, проводят прям два штуки. А, ты смотри, не видел его? Прикольно, а, ну, занимайся. Блин, прям сверху видать, как он нападает. Опа, есть. Такой. Приятный. Смотри, 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 сбоку идет. За окуня, смотри, сзади. Смотри, смотри. Ух ты. Слушай, ты хороший. Хороший, хороший. Ну вот. Первый есть. У нас он не первый уже, а на камеру первый. Бледный, бледный какой-то. А, красавец. Пошел. Ну да, высоко не кидай. Ты смотри, одного тянешь, три за ним еще идут. А ну-ка.
Блин. Промах. Промах, промах, промах. Тюк. А ну-ка. Вот поклевка. Есть. Есть. Интересно. Снизу кидаю так же, но не клюет. Сверху подхожу, сразу клюет. Такой же. Приятный. Ребят, ну воблерок работает неплохо. У нас еще вертушечки есть и резина. Но пока воблер работает, будем пробовать. То есть не пробовать, а ловить воблером. Надеюсь, может быть, что-то и покрупнее возьмется. А так вообще приятно. Одного тянешь, два вдогонку еще. Классно. Ты смотри, глянь, как пришли, как бил. И как сейчас, да, что-то вообще не хочет. То по три штуки гнали. Сейчас попробуем. Еще пару раз кину, резинку буду ставить. Ох ты, ах ты, ёпарасоте, прикинь. Вот это ударчик был. Короче, катушку я меняю. Веревка уже свое отходила. Да, веревка свое отходила. Обрывает второй воблер, блин, за сегодняшнее утро. А воблерков я... А, еще один есть, но питается. Ну, давай попьем. С горя-то выпить-то, что нет. Ты еще один оторвался? Да, да прикинь, такой удар хороший. Прям ту-ду-ду-ду-ду, тух, оторвало. Веревку все, менять надо, веревки второй год. Давайте за рыбалочку. Давайте. Ну, поклевка прям мощная была. Да, надо просто не скупиться на таких моментах, как веревочки. А менять его, а? Все там. Ну это спартач, спартач. Вдоль стенки их там куча таких. Что ты знаешь, что приехать, ну что ты. Да? Я говорю, такая спортивная рыбалка здесь. Либо научить кого-то, кто еще не соображает, как, ну, как вообще привить, понимать, да. Привить, да, там какого-нибудь племянника, сына притянуть. Ну, ну раз бывает такая фигня, что он есть, а его нету. Через раз, короче. Либо вот так вот, как сейчас. Каждая поклевочка окунь. Или каждый заброс поклевочка. Так. Джавастика не стал я вешать. То есть я повесил его и снял. Решил вот такого вот прицепить с 5 граммами. Что там, Серега, говоришь? Я начинаю, что здесь траву. А, да. Трава вот там вот раньше начиналась. Там плита такая. Да, и потом трава шла. Что-то поклевки присутствуют какие-то, но слабенькие. Резину покидал. Молчит. На блесну что-то пытается бить. Но тоже, наверное, маленький кушок. Опа, вот он. Сейчас мы посмотрим, какой там. Ага. Ну, вот такой вот он и есть. Малыш. А! Стоять. Дергайся. Красавчик, красавчик. Пошел. Короче, блесна сама легенькая была. Подымал ее она. То есть крутил, она подымалась. Я вот чуть ее утяжелил грузиком снутри. Вроде сейчас заработала. Оп. Там как тенек, мне кажется, кушок должен стоять там в засаде. Ну как-то слабовато. Сейчас я еще попробую. Малыши. А, видишь, как слабовато. О, Ваня, у меня сейчас тебе подарок будет. Ёпарасоте, вот он, ё-моё, это же он. Серёга, ты красавчик.
Вот он мой красавец. Я на него сейчас перецепляюсь, короче. О, вообще зачет. Все, рыбалка точно удалась у нас. Это как у меня в прошлый раз сплав по речке удался. А? Тапки догонял. А, сплав, да, я смотрел, как ты. Плавали. Что за тапки, да? Елки, так это ж мои. Блин, вообще круто. Я прям доволен. 2 года он мне служил. И еще, надеюсь, послужит, если не уйдет. Глянь, на что народ ловит. Ну да. Охренеть. Ну, значит, клюет раз, ловит. Вот это крокозябра, ё-моё. На сомика можно такое использовать. Кто-то обрадовался своему воблерку. А окунь не обрадовался. Что-то не хочет он клевать. Ну что, придется обманывать. Не хочет на эту снасть, на эту приманку. Будем идти другим путем. Оставим отводной. Вот поклевка. Есть, есть, добрал. Иди сюда. Красавец. Ну, взял на отводной, все-таки мы обманули его. Не берет на одно, возьмет на другое. Такой вот красавец. Ай, зачем? Бык ушел. Такой вот силикон. Разбитый немножко. Серега, у тебя зажигалки нету с собой? Блин, и я выложил. Силикон чуть подправит. Ну ладно. Силикон уже вторую или третью рыбалку дотягивает. Ну, надеюсь, еще нам пару окуней вытянет. Висит уже. Клюнул, так не пойму. Ударчик есть и висит. Не сопротивляется. Вот он. Еще такой же. Как один, и тот же силикон. По одной выручает периодически. Красавец. Пошел. Так, ну что. Еще одного попробуем, на этот же силикон в уголок зашвырнем. Поклевочка. И есть. Блин, тоже небольшой, но так интересно сопротивляются они. Вот он. Такие ушиные, самые на уху. Зачет. Отводной тоже выручает. Иной раз отводной не работает, джиг ставишь, джиг работает. Иной раз джиг не работает, отводной ставишь блесну, блесна работает. Короче, по максимуму надо брать всегда с собой всяких безделушек. Вот работал воблер, получается, прям прекрасно работал. Поставил блесну после того, как воблер оборвал. Блесна более-менее работала, потом все пропало. Опять воблер нашли. Кидаем воблер. Ноль внимания. Ну, решил выйти из ситуации отводным. И отводной работает. Классно. И крючок такой прям хорошенький. Размеры что-то я совсем не помню. Вот он. И 3 дюйма. Забыл, как, ребят, подскажите название силикона. Формы, я имею в виду. Забываю, у меня там написано на приманке. То есть на приманке, на коробочке. Название все не запоминаю. Главное, работает.
Ух ты! Ах ты, сучка! И завел! А я уже думаю, ничего себе затрещало этот. Трещотка, ага. Думаю, ё-моё, неужели тут такое есть? А он завел. Тихо. Тихо. Вот такое. А, шел. Вдоль этого. Зашвырнул. Вдоль водопада. И он там. Попробуем еще раз. Опа. Давай. С грузиком приятно тянуть. Груз чуть-чуть надо побольше повесить, чтобы прям аж по кайфу было таскать их. Нет, чтобы этот упор был какой-то, хоть приятно было тащить. Чуть-чуть покрупнее бы. Ну и то все же. Такой. Ушиный. Вот он. Что, да? Ага. Догнал. Ага. Я прям смотрю, ты уже жду. Он, смотри, рядом братва ходит. Смотри. Помогают. Ага. Давай, брат, до конца. Опа. У меня такое что-то. Ну, такой. Как неплохо, ушиный. Ушиный, да. Пойдем. Тихо. Тихо. Бульк. Мне просто интересно, что у них потом в голове, как они вот на воздухе подбывают. Ну да. Ты по этот в раю побыл. Короче, богов видел. Ну его нахер. Я видел смерть, я видел боль. Да. Кто видел крючка, тот больше не смеется. Слеп в конце-то. Вот он. Ух ты, дружок. Ни хрена, вот это уже прекрасно. Вот это уже приятно. Да, это уже зачет. Ну, так я бы взял бы даже. Да блин, если бы они штук 5-6 были, а то он один. Будешь забирать? Одного, блин, лишний раз таскать. Сейчас просто выпустишь их, еще штук 5 будет. Ты пойдет. Красавчик. Пошел. Да, с десяточек прям милое дело. Ну вот я говорю, с утра, да, вот они вот такие. Ну даже меньше были с утра. Короче, ребятки. Тарашечку надыбал. Окунь притормозился. Решил такую вот мормышку попробовать. Будет тарашка, брать не будет. Наше дело простое. Попробовать. Будет, значит, будет. А не будет. Ух ты, окушок кидается. Мы сейчас на мормышку окуней будем таскать. Тарашечка тоже кидается. Это неплохо. Я уже на мормышку тарашку таскаю. Да ладно. Ну кидается, ну что-то. Опарыша бы. Уже настолько не клюет, что решил. Да. Да ведь сопровождает, а видишь, хватать не... Знаешь, что на давление. Может быть, прыгнула. Где она? Вон она. Вон она. Вся в этом. В мутничке. Опа! Ах ты! Ну без тебя куда, конечно. Окушок. Ага.
окушок в мормышку. Опа! Есть! Догнала. Ну вот, уже интересней. А? Красота. Ладно, ребят. Это все интересно. Серега он что-то таскать начал. Что началось? Ну, на этом буду заканчивать. Вот такая вот рыбеха. Так что, все, давайте. Всем пока, не болейте. До встречи, а мы встретимся на рыбалке.